Гена все-таки даст нам насладиться этим боем, и не будет заканчиваться за один раунд, за два. Қарсаңда Келл Брукты өткізген, бұған дейінгі кездесулерінің барлығын қайталап көруге мүмкіндік болған. Сонда түсінгеніміз британдық ле екендігін Келл Брук білмейді емес. Сондықтан да бұл бұлғар болғап шебер мейлінше Геннадийден алысырақ жүруге тұрсақ. Дегенмен Геннадий бұл спортшыны қалай? Очень хорошо попал Геннадий по печени, тут же перевел левую в голову и зашатался Брук. Я думаю, не стал Гена его добивать. То есть срезает и пространство сопернику и заставляет его двигаться правой прямой, правой через руку. То есть это боксер без слабых мест. Вот сейчас мы видим, да, как Гена взорвался и тут же притормозил и стал добивать. Очень хороший удар по печени был, Брук очень сильно его прочувствовал и тут же добавил. Проведено взвешивание перед боем, в котором Гена показал 7,6 и 1 килограмм. Он две категории выше, чтобы встретиться с Геннадием в этом бою. Геннадий ұрысты рингтің дәл ортасына ауыстырды. Не хочет он просто так выкидывать белый флаг, пытается, по крайней мере, что-то в этом бою показать. Фонда Samsung Galaxy S7 Edge, бұл дүние сенің қолыңда. Жекпе-жектің екінші раундында. Сейчас хороший был апперкот. Может быть, не такой сильный и неподвижно, и который уже, наверное, за счет своего джеба дал понять. Вот, и первый нокдаун. Правда, Брук говорит, что он подскользнулся. Такое ощущение, что Гена разозлился сейчас. Вот и жахся кросс. Вот очень жестко сейчас бьет джебом. Добавляет апперкот справа. Да, джеб и по печени сразу же добавил. Опять джеб правый. Даже моргнул глазом, он может просто улететь глухой нокаут. Сейчас правым сбоку попал Геннадий, но не стал форсировать. Начинает, может быть, даже верить в это, но Геннадий тут же их возвращает их на место. Біздің байқағанымыз осы аренаға жиналған британдық жанкүйерлер Бруктың аяғалысына риза секілді. Дегенмен шамасын әлде біраз байқап көруге ниетті секілді. Геннадий бьет очень рационально, но очень жестко. Каждый удар. Такой же особенностью обладал и знаменитый тяжеловес, чемпион мира в супертяжелом весе в 90-х годах Ленокс Льюис. Мы видим, что правая сторона лица Брука начинает заплывать потихоньку. А ведь только третий раунд. Геннадий Головкин мен Келл Бруктың арасындағы жекпе-жек. Сіздер үшін, құрметті көрермендер, 4-ші раунд. На его очень уверенную, сбалансированную такую плотную стойку вправо уходить от... Ну, видимо, скорее всего, опять же, это следствие ударов джебами, но он уже чуть дезориентирован. Полуправо прямо, полуправо сбоку ему в разрез. Так, да, сол, әдісті қайталады. Хорошо попал сейчас. Хорошо попал слева боковым, нужно признать. Да, Брук потек, бірақ рет соққы өткізудің мүмкіндігі болды. Профессионального бокса. Сейчас мы видим на повторе право по селезенке и левую в челюсть. Так, например, в 2016 году это уже второй бой Геннадий, и не за горами, и в декабре тоже не хотели провести. В 2015 году он 3 боя провел, в 2014 году 3 боя, в 2013 году 4 боя. То есть это один из самых часто выступающих. Эрнерсе өз уақытмен дейді ғой. Ал біз 5-ші раунды тамашалауды бастаймыз. Геннадий Головкин, Келл Брук. Видно сейчас по решимости, да, уже и тоннаж удара стал. Вот сейчас хорошо пробил очень справа, ударил снизу по печени слева. Остановится Брук, то будет нокдаун. Ему нужно двигаться, ему нужно уходить в правую сторону. Сейчас он уходит прямо на удар ему. Прям уходит влево и уходит прямо на удар. Да. Бой закончился. Был жик-пижик. Бетта, курмет, Референ абсолютно не видит этого. Ему надо кидать. Ему надо кидать, да. С очередной победой нашего великого чемпиона Геннадия Головкина. Тренер. Осы Келл Бруктың бұған дейінгі өткізген жик-пижиктеріне байланысты әңгімені түйіндеген дұрыс деген ойдамыз. Келл Брук бұған дейін боксшылармен жұдырық түйістірді ғой, мысалға Альваро Роблес, сонда украиналық Вячеслав Сенченко секілді. Тут мои друзья, джентльмены, шутят, что тренер Брука никогда не проигрывал и не знал, что надо бросать полотенце, а не просто стоять и махать им. Біздің теңдесі чемпион өзінің 36-шы жекпе-жектегі жеңісіне қол жеткізіп отыр. Тағы да бір жарқын жеңісімен отандастарын қуантып отыр. Расында да Геннадий Головкин күллі қазақ